Всем привет, друзья! Наконец-то наступила золотая осень. Последние теплые дни. Скоро уже будет зима. И по дороге на работу каждый день наблюдаю за этой красотой. Конечно, я решил взять выходной и запечатлеть это все на камеру, потому что такая красота, просто не оторваться. Сейчас, как вы видите, мы находимся в парке Eagle's Head Lake, что находится в черте города. Там есть маленький пруд, где можно и порыбачить. Частенько сюда приезжают люди порыбачить. Я тоже, бывает, частенько прихожу порыбачить, но, к сожалению, ни разу не ловил здесь рыбу. Как вы видите, очень здесь красиво. Я решил поделиться этим видео с вами, потому что хотел поделиться немного позитивом, немного радостными моментами. И да, я думаю, вам понравится и будет здорово, так что наслаждайтесь видео и оставляйте комментарии, если вам понравилось это видео. Всем спасибо!